Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. В этом видео я вам покажу и расскажу, как же правильно установить моды в игру GTA 5, а именно моды транспорта, моды машин. Тых машин, ребят. Сейчас вам расскажу, что для этого потребуется. Во-первых, вам потребуется программка под названием Open 4. Все ссылки будут в описании, скачайте через Яндекс.Диск. Ну, как всегда, заходим в программку Open 4. Далее в виде GTA 5. Заходим в Windows. Наша программка открылась. Далее нажимаем редактирование. Далее переходим в вот эту папочку под названием X64M. Заходим в папку Levels GTA 5 и заходим в самую нижнюю папочку. И, ребят, тут находятся все стандартные машины в игре GTA 5. Пока мы эту программку сворачиваем. Сейчас я вам хочу посоветовать очень классный сайт под названием gta5-mods.com. Сайт очень крутой, очень много разных модов. И вот, ребят, я скачал мод BMW X6M F16. Заходим в папочку под названием Replace. Надеюсь, правильно сказал. И нам понадобятся вот эти три файла. И переходим к самой установке мода в игру GTA 5. Заходим в программу. В принципе, ничего сложного нет, просто нажимаете плюсик. Вот я нашел мод, который сейчас хочу установить. И просто открываю все три файлика. Все, ребят, я установил мод. Сейчас я зайду в игру и покажу вам, что все действительно работает. И немножко покатаемся. И вот, ребят, я нашел мод, который только что установил. Все работает. Пользуйтесь моим советом. Хочу вам сказать про маленький бонус. Я залью на Яндекс.Диск все рабочие моды, так что вам не придется их перебирать и смотреть, какие работают, какие нет. Там будут штук 15-20 модов, которые работают 100%.